В Ленинском районе Владивостока сотрудники специализированного подразделения уголовного розыска пресекли деятельность салона по предоставлению интимных услуг выходцам из Средней Азии. Сотрудники специализированного подразделения уголовного розыска краевой полиции отдела по борьбе с преступлениями, связанными с иностранными гражданами, получили информацию о том, что в комплексе административных зданий на улице Фадеева во Владивостоке располагается салон по оказанию платных интимных услуг. В ходе проведения оперативных мероприятий полицейские в помещении сауны обнаружили и задержали троих девушек, которые оказывали платные интимные услуги, и организатора салона, 48-летнюю женщину. Установлено, что работницы и клиенты салона являются выходцами из Средней Азии. После задержания организатор незаконной деятельности предприняла попытку дачи взятки сотрудникам полиции. Женщина обратилась к оперуполномоченному уголовного розыска с предложением отпустить работниц нелегального заведения за денежное вознаграждение в размере 100 тысяч рублей. Полицейский сообщил о попытке дачи взятки сотрудникам отдела экономической безопасности и противодействия коррупции. В ходе осмотра помещений полицейскими изъяты денежные средства, мобильные телефоны, на которые поступали звонки клиентов, организатор нелегального бизнеса и девушки, которые оказывали платные услуги интимного характера, доставлены в отдел полиции. Возбуждены дела об административных правонарушениях по статье «Занятие проституцией». По выявленным фактам проводятся проверки. Материалы о попытке дачи взятки должностному лицу переданы в Следственный комитет. В отношении организатора нелегального бизнеса возбуждено уголовное дело. Согласно действующему законодательству, за совершение действий, направленных на организацию занятия проституцией, а также содержание притонов или систематическое предоставление помещений для этих целей, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.